отеля Лулу. Через него мы идем на пляж. Здесь получаем полотенце. Здесь очень хороший сервис. Пляж Лулу. Очень комфортный пляж с удобствами. Помимо бассейна, здесь такая зона есть душевых кабин. Множество кабинок для раздевания. Душевые кабины, ну, туалеты, конечно, и горячая вода. апреля. Сегодня появились на небе тучи, разыгралась волна, залив Персидский забурлил. Очень элегантный зал. Блюда поставляются в таких металлических полусферах. И все надежно закрыто. Аккуратно, красиво. Зал круглый. Овощи с хумусом. Это суп. Суп-пюре. А это другой номер. Идентичный, но на втором этаже. Более светлый. И я могу здесь открыть окно на втором этаже. Посмотреть вдаль. Вот там море. Правда, его не видно. Слегка только, сколько света, немножко синеет. С видом в сад. Все подобно. Такие же высокие потолки. Много воздуха. Шкафы. Всевозможные для хранилища. Вот оптическое зеркало, фен, принадлежности разные. На обед сегодня куриный суп, очень вкусный. А это куриные
эти котлеты с овощами. И немножко, не знаю, попробовать из бестрогана. Это десерт, обед. Кусочки ананаса, дыни, арбуза и немножко яблок. Очень вкусный завтрак. Это картофельные палочки, дыни с овощами и салат. Это вкуснейшая выпечка. Рубочка с повидлом и круассан. Сегодня штормовое предупреждение. Купаться до прихожу. Красный флаг. Ни одного ловца. Здесь будут спасатели. Волна довольно-таки сильная, утащили меня. Трудно обратно выплыть. Кажется, что она такая игривая, но опасно. Очень элегантный зал. Блюда поставляются в таких металлических полусферах. И все надежно закрыто. Аккуратно, красиво. Зал круглый. Курица с рисом и с картофелем. Шарджа, центр, множество мечетей, больших и маленьких, небоскребы один с другим. Перетекают один в другой. Вот это уже Дубай. Стилевого разнообразия в архитектуре мало. Оттенки только цветов добавляются, количество этажей или форма окон. А так все геометрично, с плоской крышей и устремленные вверх в виде башен, дома. Очень много мечетей, но они маленькие и теряются среди всех небоскребов. Громадный торговый центр Дейра. Пойдемте.
внутри Дубая. Вот такая посуда изумительная. Кофейные наборы. Вот из катулки. Красивая шкатулка. Это все для курения, всевозможные кальяны, наборы специй, табака. Так, это какая шаль, такая прекрасная шаль. Так. Футболки. Дубай. Это такие платья. Брюки. Сувениры всевозможные. Набор ложечек. Это красиво. Такая прелесть. Вот такие блюдечки. Ой.